Кондукторы и водители общественного транспорта скоро заговорят на английском. Обучить языку за счет переводчика планируют около 1000 человек. В программе 36 часов иностранного и 18 часов краеведения. Февраль, март, апрель, вот 3 месяца будет проходить обучение на базе учебного центра ТТУ. Программа там будет без отрыва от производства. Сотрудники работают в первую смену, потом идут учиться. Как научить самарцев говорить по-английски к чемпионату мира, обсуждают на совещании в мэрии Самары. На особом внимании работники гостиниц, которые примут гостей Мундиаля. Наймите людей, которые знают хорошо английский, чтобы они по графику прошли гостиницы и представились туристам там из англоязычной страны и оценили, соответственно, знания базового языка в наших гостиницах. Потянуть знания иностранных языков предлагают всем работникам туризма и сферы услуг. Власти города разрабатывают специальные курсы. Уже есть понимание, сколько человек должны их пройти. Необходимо обучить 512 специалистов гостиничной индустрии, 456 специалистов ресторанного бизнеса, с учетом того, что 228 объектов общественного питания, 140 на гостевых и 88 на туристических маршрутах, и 64 экскурсовода. Самаре нужны экскурсоводы со знанием иностранного. По официальным данным, сейчас только 4 человека могут проводить экскурсии по городу на английском и 1 человек на немецком. Валерия Макарова, Станислав Левин, «События».